Всем привет, друзья! С вами Харди, и мы продолжаем. Это последний день на Земле. Ждем, сейчас мужчины разберутся. Один из самых моих любимых ивентов. Разборка в Бронксе, я называю это безобразие. Хо-хо, готово! 20 секунд. Не, ну ты просто вдумайся, 20 секунд мы потратили на это безобразие. Даже меньше. Давай посмотрим, что мы поимели. Ой, а что-то как-то это, да? Дешево прям огнестрел. Вот. Ну, хоть где-то что-то дали. Друзья, я думаю, все уже распаковали свои подарки, да? Я не могу, конечно, это сделать без тебя. Давай, давай сейчас. Ой, хорошо. Какой ивент все-таки? Какой ивент? Это просто жесть. Разборка в Бронксе – это один из самых крутых привалов у дороги. И есть еще один. Там, где много байков, да? Там, где можно вытащить краску военной... раскраску военной, короче. Тоже достаточно серьезно. Ну, вот так мужчина посолиднее выглядит, да? Согласен. То есть, это рейдер, да? Стиль рейдера. Современного апокалипсистического. Единственное, маловато изоленты на Акашке. Надо больше изоленты, да? У меня стандартная сборочка такая. Бомбически эпическая. Что? 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 Что там за подарок? Давай достанем. Подарочная посылка. Подарочная посылка. Ваша награда. Ну, то есть, я не знаю, от чего она зависит, да? Ну, как бы вот так вот, друзья. Три гранаты не могут не радовать. Если это дали каждому новичку, я прям за новичков рад. Вот эти витаминки и три гранаты. Идите в бункер Альфа, да? И вместе они вообще нормально. И это вывезет, и это тоже берем. А это в самом конце, когда будем, значит, отмечать крупный левелап. Сколько витаминок? 5 штук. Нифига. Не, гранаты у меня тут уже были. 5 штучек или у меня... Не-не-не. Слушай, как... Я не помню, кстати, были у меня тут гранаты. Наверное, были, да? Не могли мне 23 гранаты дать. Нам же показали, что дают всего 3 штучки. Блин, я бутылки не взял. Гребаные вы бомжи, блиночки, я вас взорву сейчас. Вот так вот вам, негодяй. Давай посмотрим ролик от Разрабов. Он шикарен, он крут. Ждем, ждем, что там будет в новом сезоне. Ребята молодцы. 3 года назад они создали этот, значит, не знаю почему, амбициозный, да? Ну, как бы да, они были новаторами. Вот. Они сделали то, что мы с тобой хотели. Вот. Мы хотели классную выживалку на Android и iOS. Мы ее получили. И также 3 года назад был создан канал Печка ТВ. Друзья, спасибо огромное, что смотрите, поддерживаете меня. Очень приятно, что вам нравится. Вот. Канал был взломан, да, к сожалению, увы, ах. И стерт, удален. Ну, тем не менее. Тем не менее, канал был пересоздан. То есть этот канал, это уже второй. На ближайшем стриме, да, я обязательно покажу для всех новых подписчиков кнопочку, а то говорят, что что-то не то, что-то какая-то фигня. Ну, как бы несложно ее снять со стенки и показать эту кнопочку. Ну, в общем, канал был пересоздан. Мы продолжаем вещать, и это самое главное. Ну и ждем новых классных обнов от Разрабов. Давай посмотрим наших героев в лицо. Привет, выжившие. Привет. Ровно 3 года назад мы выпустили Last Day on Earth, игру, которая так сильно повлияла на нас всех. Этот проект был нашим экспериментом, поэтому мы хотим поблагодарить именно вас, монстр какой справа. Жесть, да? Блин, это сфинкс, да? Такая, блин, ну она страшная, реально страшная кошка. Вы продолжаете вдохновлять нас, поддерживать, подталкивать вперед и развиваться. Мы очень рады тому, что наша игра вот собрала вокруг себя такое потрясающее сообщество, как вы. Твори. И в этом наша самая главная цель. Еще одна киса. Игр, это ролик про котов. Да нет, на самом деле коты дома это вообще нормально. Вот единственное, посмотри, негодяй кресло грызет. Вот это жесть. В Твиттере, Дискорде, Реддите. Продолжайте сочинять истории, рисовать. Ладно, фанарты, хоть, блин, кресло. У меня микро грызет, блин. Вот это проблема. Спасибо, что вы с нами. Нас ждет еще много интересного. С днем рождения, Last Day on Earth. О, саундтрек вообще ништяковый, да? Саундтрек прям красивый.
Во-во-во-во-во, вот это в конце, вот это вот лохматое, да, чучело-мяучело, упало такое наглёж и чуть-чуть там мырчит. Ой, как это знакомо. Друзья, как вам? Вам знакома эта ситуация? Оставляйте свои комментарии. Не, это вообще прям вот реально, как есть. Так, что у нас тут плавает? Мы ничего с тобой не это, да, мы не бомбим особо. Мы с тобой, значит, сейчас... расслабляемся, да, поэтому бомбанули мы привал, и вот сейчас еще бомбанем рыбалочку, блинчики. Так, ну это плавает щука, да, щуки плавают, не щуки, надо было взять обычную удочку. Проматывать стрёмную рыбу надо, бро, обычной удочкой, нифига не вот этой вот суперской, это суперская удочка. Ой, золотая. Золотая рыбка, золотая. Да, что попало. Ну, как бы нет, в любом случае, золотая рыбка для крутых бафов, да, она нужна, она важна. А потом, нам надо обязательно вот такую вот ерунду сделать с тобой. Пиво выпьем, пиво выливать вообще это, ну, нельзя его выливать, ты что, куда его выливать? Вот, сразу икать мы начали. Сейчас, давай мы вот это все лишнее поудаляем, весь этот отстой. Сейчас у нас много рыбки будет. Вот так вот, друг. Нет, только не в прудик. Ай, мужчина, ты наглец. Как так можно, а? Блин, я не буду отсюда рыбу вылавливать. Ну-ка, не, я как бы понимаю, оно там расплывется сейчас, да? Ну давай вот с этой стороны. Потом, куда течение? Течение, судя по всему, от нас идет, да? Поэтому как бы нормально. Ну безобразие, не, я так не хотел, да. Ну это что за идиотизм? И как вот? И вот и как мне этого окуня теперь жрать? Если я знаю, что, ну, как бы, да. Ай, я не знаю, я прям расстроился, слушай, прям. Тише, тише, тише. Что ты так? Ты чего, попробовала то, что тут в речку только что вылили, что ли? Что ты бесишься? Ну, походу, да? Чуть-чуть прибила рыбку. Щука, ну, понятно. Серебряная, кстати, неплохо. Это основная тема, да, которая здесь сейчас в прудике есть, это щука. Мы это сразу с тобой видели. Вот этот обзор мне не нравится, потому что не видно банально, кто там плавает-то. Фу, выдохнули. Осетр. Вижу лосося. Ты его тоже видишь. Да? Блинчики, нету. Беда. Новая рыбка, да, вот эта лосось или что там? Ну, как она там называется? Ну, ты понял. Красные вон, перья. Вот, вот это оно, наверное. Вот это оно. Вот этой удочкой рыбачить вообще, я не знаю, изишно. Прям... Да блин, ну нет, значит не лосось, а как она? Камбала, не камбала, короче, какая-то там ерунда такая. Окунь, да ё-моё. Дайте мне эту грёбаную с красными перышками. Сейчас обидно будет, я третий раз перезагружу прудик, удочки у меня нету, да? И будет тот самый осётр. Осётр это топ-рыба. Если ты не знал, бро, осётр это жесть. Осётр, ну короче, это самая-самая сложная в игре рыба. В основном в зимней рыбалке можно. Во, форель, точно. Не мог вспомнить, как называется. Ну давай, ну. Блин, они как плавали, так и плавают, да? Три штучки. Короче, как вы меня задолбали, а? Серьезно, не шучу. Все, доплавались, блин. Да вы стебывались, да? Вот так вот. Не буду я жрать вашу рыбу. У вас вода испорченная. Вот так вот. Вот так вот. Еще и мою щуку, смотри, что испортили. Отстой какой, а. У меня была нормальная чистая щука. Вот как я теперь пойму, где чистая, а где нечистая? Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, присоединяйся. Подписывайся на канал и ставь колокольчик. Мы продолжаем. Я думаю, у Ласт Дэй еще все впереди, как и у нас с тобой. Ждем новых обновов, конечно же, и сезона Number 8. Ну и лук собрать, Юнь, лукса. Пока-пока.